О программе, которая снималась для эфира еще раньше, чем был запущен канал. О том, как она открыла дорогу на экран будущим журналистам. И о влиянии творческой юности на поиски красивых кинематографичных планов поговорим в программе «За кадром» с автором проекта «Город. История. События» Михаилом Перепелкиным и оператором Николаем Епифановым. Смотрите программу «За кадром» 9 декабря в 19:30 на телеканале «Самара ГИС».